Витископ. Все федерации, которые сегодня также ощущают необходимость, с одной стороны, реформ, но с другой стороны, эта необходимость реформ в этих федерациях продиктована желанием быть полезными людям, обществу и государству. И мы предлагаем сегодня создать ту экспертную площадку, и мы ее создаем сегодня, которая и разрабатывает те предложения, и предложения по задачам, по методам и средствам решения этих задач, по идеологии спорта в новом нашем обществе, в новой Украине, в Украине, в государстве, которое служит людям и своим гражданам, а не порабощение граждан государством. Это очень важно понимать. И вот мы сегодня проектируем ту систему взаимоотношений и то место спорта и методы и средства, которыми мы можем решать задачи, и будем предлагать государству и обществу наше видение. И вот в этом мы видим свой вклад, в каком-то смысле даже свой Майдан, как некая общественная функция в вопросах становления государственности нашей украинской. Витископ. Спортивное видео.